самом деле лейтмотивом легализации медицинской марихуаны звучит то, что эта марихуана необходима там, для огромного количества пациентов, страдающих тяжелыми там, формами тяжело курируемой эпилепсии, онкологическим пациентам, пациентам, которые страдают от ПТСР и так далее. Поверьте мне, как психиатру, который 20 лет работает на этой ниве, ну, не такое уж огромное количество таких пациентов на самом деле есть. Как я и говорил, еще несколько месяцев назад, когда только тема легализации медицинской марихуаны начала бужироваться активно, все эти данные можно смело делить там, на 20, на 30 и еще потом на 2 раза. Да, действительно, есть пациенты, которые нуждаются в лекарственных препаратах, которые в себе содержат масло конопли, лишенное тетрагидроканнабинола. Их немного. И повторюсь еще раз, дать возможность таким пациентам получать лекарства можно абсолютно просто, не меняя ничего. Просто Кабмин отдельным указом переводит эти вещества из запрещенных вещества учетные, которые спокойно выписываются по красному рецепту и могут отпускаться той же Укрфармацеи и быть в доступе для тех пациентов, которые действительно в них нуждаются. Точка. Все остальное это лобби, и все остальное это, как звучит, легализация медицинской марихуаны сегодня, завтра, легализация марихуаны, послезавтра, легализация еще чего-то. Опять возникнет вопрос увеличения разрешимых дозировок наркотических веществ, которые можно с собой носить. Никогда в жизни я не поверю, что в нашей стране, к сожалению, с отсутствующей экономикой, с отсутствующей разваленной полностью медицинской структурой, с отсутствием каких-либо действительно качественных институций, которые работают в том числе и касаемо там, оказания помощи квалифицированной больным, мы получим какой-то положительный от этого эффект. Получим эффект один. Я как врач-психиатр буду иметь удовольствие в скобочках лечить психозы, психотические расстройства, депрессии, шизофрении у огромного количества пациентов, которые ко мне придут, прибегут, их принесут или привезут, в силу того, что они получат официальное разрешение на употребление якобы медицинской марихуаны.